наш стрим. Сейчас мы направляемся в другой, в другую часть подвала этого дома. Химика 14. Будет выглядеть немножко иначе все. В этой части дома точно так же, как и во всех остальных, есть какие-то небольшие частные предприятия, которые занимаются разной деятельностью, магазины, фирмы. Собственно, все эти площади в наших домах, они практически все арендованы кем-то. Тут есть туалет. Андрей Шевцов показывает его. Тоже он принадлежит наверняка какой-то фирме. Забор нет. Забор. Забор? Темное помещение, достаточно большое, площадь квадратов 60 как минимум. Сейчас попадаем на территорию, где наше помещение, мастерская. И одна из протестантских церквей размещается здесь. И здесь еще магазин. То есть можно сказать, что полностью подвал весь кем-то арендован. Это не что-то сломал.